Участок номер 9 Бауманского избирательного округа расположен в центре столицы, на Чистопрудном бульваре. Сюда пришли рабочие заводов АТ-1, Знамя труда, фабрики «Большевичка», сотрудники научно-исследовательских институтов, ветераны труда, чтобы отдать голоса за своего кандидата в высший орган государственной власти Леонида Ильича Брежнева. Многие избиратели пришли сюда с семьями. В торжественной обстановке получают бюллетени для голосования те, кто впервые принимает участие в выборах в Верховный Совет СССР. Познакомьтесь, это молодожены Марина и Владимир Башкировы. Оба они студенты-второкурсники. Марина учится в педагогическом институте, а Владимир во втором медицинском. Сегодня мы впервые пришли на избирательный участок. Это первое наше с Володей голосование. Мы с радостью отдали наши голоса за всенародного кандидата, генерального секретаря нашей партии, председателя Президиума Верховного Совета Леонида Ильича Брежнева, а также за Алексея Николаевича Косыгина. Мы голосуем сегодня за мир во всем мире, за счастье и светлое будущее наших детей. И я уверена, что вся советская молодежь голосует сегодня именно за это.